Приветствую всех любителей необычных станков. Сегодня речь пойдет об уникальном и весьма редком универсальном фрезерном станке компании Frey. Ввиду своей необычной конструкции, станок, изготовленный в штате Калифорния, носил название All Angle, что максимально точно описывает его возможности ввиду наличия дополнительной оси перемещения. Выпускался станок с конца 30-х до середины 50-х годов 20-го столетия. И стоит отметить, что на некоторых станках можно увидеть табличку станкостроительной компании Axelson, так как и эта компания имела лицензию на изготовление. У последней компании станок выпускался в двух видах. 10RH с вертикальной и горизонтальной головками и 10R только с вертикальной. Тяжелая по конструкции главная колонна Frey несла на своей вершине большую консоль, которая могла поворачиваться на 360 градусов вокруг вертикальной оси и на которой был установлен горизонтальный ползун. На салазках располагался большой блок, который на танке 10RH поддерживал как рычаг для горизонтального фрезерования, так и подвижный плунжер, оснащенный автономной 8-скоростной поворотной головкой с задней передачей, с тонкой подачей вниз и сверлильной пинолью. Привод для горизонтального фрезерования был организован путем установки поворотной головки с одной стороны основной колонны, чтобы освободить место для простого по конструкции механизма, состоящего из полустального корпуса, который удерживал конический шпиндель с двигателем, установленным параллельно ему. Модель 10R была практически идентична модели RH, но в ней отсутствовало горизонтальное расположение привода. Поскольку вертикальная головка, известная на этих моделях как тип 4, могла поворачиваться на 360 градусов в двух плоскостях, вертикальных по отношению к столу на 90 градусов вперед и назад, а также перемещаться внутрь и наружу и из стороны в сторону. Станок был чрезвычайно универсальным и мог обрабатывать сложные изделия, которые на обычном горизонтальном фрезерном станке или даже на станке револьверного типа пришлось бы не раз переустанавливать перед окончательной обработкой. Изготовленный из полустального чугуна, корпус шпинделя имел ханингованные отверстия для установки подвижной пиноли, а шпиндель был изготовлен из хромомолибденовой стали, закален и отшлифован по всей поверхности и работал на трех прецизионных радиально-упорных подшипниках с предварительным натягом. Корпус пиноли изготовлен из легированной стали, прошел термообработку и шлифовку по внутреннему и внешнему диаметрам и находится под управлением как реечной рукояткой быстрой подачи, так и червячно-шестеренчатого механизма тонкой подачи с соотношением 34 к 1 с возможностью мгновенного переключения между ними. С двигателем мощностью 1 лошадиная сила, 1200 оборотов в минуту, оснащенным дополнительным узлом задней передачи, было доступно 8 скоростей от 100 до 4500 оборотов в минуту. С альтернативным двигателем мощностью 1,5 лошадиной силы, 1800 оборотов в минуту, диапазон скоростей составлял от 150 до 6400 оборотов в минуту. Однако только две самые низкие скорости приводились в движение через заднюю передачу с соотношением 3 к 1. Остальные 6 прямым клиноременным приводом. Электрический переключатель реверса входил в стандартную комплектацию. Горизонтальный шпиндель, также работающий на высокоточных подшипниках, приводился в движение на 8 скоростях. 280, 640, 980, 1470, 2250 и 3600 оборотов в минуту с двигателем мощностью 1 лошадиная сила и частотой вращения 1700 оборотов в минуту. Плунжер, несущий головку, имел ход вперед и назад 10 дюймов на станке 10R. На станке 10RH ход уменьшался ввиду наличия горизонтального шпинделя и составлял 8,5 дюймов. Стол 10RH и 10R имел 3 Т-образных паза, длину 36 дюймов и ширину 9 дюймов, продольные и поперечные перемещения 22 и 8 дюймов, соответственно, а вертикальные перемещения 16 дюймов. Все циферблаты подачи нулевого микрометра были большого размера, целых 3 дюйма в диаметре, а все винты подачи опирались на регулируемые радиально-упорные подшипники с уменьшенным
трением. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.